Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя-легенды. Забираем свои награды. Быстренько летим в магазин, смотрим, что нам здесь выпадает. Я так понимаю, нам ничего, кроме двух... А нет, $5, понятно. Так, забираем быстренько ревард, сразиться в боях. В общем, все по стандарту. И мы с вами качаем у зэка пассивочку, да? Который называется «Полный заряд», и нам нужно найти 8 очков. Попробуем с вами вытянуть. Первая попытка неудачна, вторая успешная, третья, как всегда, мимо. Давай здесь попробуем вытащить. Так, это всего лишь 2 очков, да? А нам нужно 8. По ходу дела, неудача у нас, да? Сплошная причем. Давай-ка вот здесь, наверное, попробуем. Три очка. Три очка. Ну, трое очков мы с вами нашли. Трое очков, всего лишь трое. Блин, ну что за проблема такая? Так, 4. Ну, я так понимаю, мы уже, наверное, с вами задание выполнили, да? Да, давай-ка забирайте ревард и пройти серию испытаний. Давай-ка быстренько пробежимся сейчас с тобой. Раз, два. Я не понял. Погоди-ка. А когда я успел потерять Микеланджело? Чё за фигня, блин? Я, честно говоря, не... А, друзья мои, я, кажется, вспомнил. Я вчера... Точно. Вот я тупанул. Я, короче, вчера пошел за кофем и по привычке нажал на автобой. А это, да, и ты прикинь, мне майки расписали. Ё-моёшечки, ну ладно. Неудача, как говорится. Ну, ничего страшного, я все это сброшу. И просто я хотел пройти испытание, ну, полностью, да, ты понял. Чтобы получить, опять же, все эти сундучки. Но в этот раз, конечно же, ничего не получится, потому что уже потеряли майки. А майки — это основа основ. Тем более в моей команде. Ладно, тогда не страшно здесь и усаги потерять, раз все равно мы с вами будем сбросы делать. Так, что тут за дела? Давай мы Рафаэля возьмем в провокацию. Кстати, хотелось бы мне посмотреть сейчас, на какой позиции мы с вами сейчас в данный момент будем находиться. В прошлой серии мы докуда дошли? До Лиги Сёгунов, по-моему, 2 звезды. И сейчас хотелось бы мне увидеть, куда нас сместили. Наверное, в самураях мы уже с вами будем торчать. Так, ну что же, на 3 звезды это, конечно, меня мало тешит, потому что майки здесь не присутствуют. Ладно, давайте сброс с вами сделаем, наверное, да? Собрать и сбросить. Ух! Неплохо, тоже неплохо, ребят, да? Мы зарабатывали здесь. Ладно, выполняем задание, забираем наш ревард и поднять уровень персонажа. У нас сколько с вами мутагена? 21 тысяча, и мы с тобой, знаешь, что сделаем? А что мы тут с тобой сделаем? Усаги мы можем прокачать? Не хватает чуть-чуть. Ну, давай тогда, наверное, Рахзарчику повысим уровень, да? Вот так вот. 72 он получает. Остатки роскоши мы с вами забираем здесь. И смотрим, что у нас по турнирке. Да, ребята, мы на Лиге Самураев оказались. Трехзвездочные, слава богу. Поехали. Так, Евгений, Асен и Анька. 44 уровень, смотрим по кубкам. Все отлично, будем драться с Асеном. Нет, я лучше поделюсь, наверное, с Анюткой. Давай, Анечка, с тобой немножко побоксируем. Чуть-чуть совсем. Больно не будет. Так, у нее 47, 48, 49 уровень. Мне, по идее, нужно здесь отыгрывать своих 40-х персонажей. Ну что, Лео, надеюсь, меня не подведет. С вертушки всех положат баньки. По идее, я на это рассчитываю. Ну-ка. Да он должен ложить их всех, елки-палки. Да. Красавчик, у нас с тобой всего лишь 5 откатов, поэтому 5 раз я могу воспользоваться услугами нашего Лео. А после этого нам придется своими силенками
Вернут? Нет, не вернут меня, ребята. Мы еще пока до сих пор в самураях 3 звезды. Ну что же, очередная попытка. Здесь мы с тобой возьмем опять Анютка. А, нет, смотри, тебе понравилось. Ладно, давай еще разок с тобой подеремся, а что-то. Я не против. Я смотрю, и ты вроде как не против. Раз, два, три, четыре. Да, мы отыграем с тобой вот этих еще тоже персонажей. Там у нас много. А знаешь, для чего все это делается? Не потому, что я боюсь драться, ребята, а потому, что я не хочу... Как тебе объяснить-то? Если я возьму вот эту вот команду, да, без Лео, они здесь сфейлятся. Они даже не выиграют, потому что они всего лишь 40 уровня. Чтобы мне получить как можно больше кубков, мне приходится брать с моими слабыми героями одного сильного. Естественно, самый сильный и у кого есть массовая атака, это у нас Лео. Поэтому я и отыгрываю эти бои. А некоторые мне пишут в комментариях: «Рей, да что ты там испугался?» Нет, дело абсолютно не в этом. Дело в том, что мне нужно отыграть героев. А уже остальными уже будем там своими силами, как говорится, проходить. Ну что, давай, наверное, возьмем Иришку-пустышку и будем с ней драться. Так. Раз, два, три, четыре, все, вот так вот, да? Опять же, слабые у нас персонажи будут отыгрываться с помощью Лео. И наверняка он здесь всех положит. Сегодня будем проходить испытания, ребят. Еще пока не решил, какое. Может быть как раз то. А какое то? Там, по-моему, у нас Рафаэль, да, разыгрывается? Или, нет, там, по-моему, Микеланджело, да? Не помню уже, если честно. В общем, в любом случае, сегодня будем одно из испытаний проходить. Так, кто это такой? Джован, Мелина и Тео. Джован, Мелию и Тео. Давай, наверное, возьмем с тобой Мелину. Да, что-то мне на девчонок потянуло. Так, Мелина. На девчонок, я в плане в плане на девчонок. В плане с девчонками что-то мне тянет драться. Вот я к чему. Так, ну что, давай посмотрим. Тут у нас тут у нас шелуха, если честно. Смотри. Тюк. Все, тут даже любоваться нечего. Просто Лео выходит, делает свою вертушку, одним ударом ложит всех. Но это пока. У него сколько? Еще две попытки, ребят. Еще две попытки у нас с вами остается. Место у нас 40-е. Ну, в принципе, я вернусь на свою прежнюю позицию. Должен вернуться. Так, Давид, Олег и Александр. Так, ну что, давай, наверное, возьмем с тобой Александра. Возвращаем Лео. Так, возвращаем Лео. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Черт подери. Блин, не хватит чуть-чуть. Совсем чуть-чуть не хватит. Ладно. Тех ребят, я думаю, уже отыграем с помощью Усаги. И посмотрим, как дальше пойдет. Поехали. Падают листья. Падают. Все, великолепно. Ребят, вы можете там сразу у себя бегунком пропустить вот эти все бои, которые я сейчас в данный момент выполняю. Потому что они будут на один манер. Так, слушай, я думаю, что мы сейчас с тобой перейдем в Лигу Сёгунов. В Лигу Сёгунов я имею в виду 2 звезды, скорее всего. А ну-ка, Лео, последняя твоя попытка выкрутиться. Раз, два, три, четыре. Потом мы с тобой возьмем, наверное, Усаги, может быть, Бакстера Стокмана. Посмотрим. Еще мне написали мои ребятульки, что инициатива тут рандомная. А в чем почему-то я не могу, как говорится, согласиться. Мне почему-то не кажется, что здесь инициатива рандомная. Если у тебя, например, персонажи, да, имеют преимущество, причем большое перед врагом, всегда ты будешь ходить первым. Но если у тебя среди вот этих вот сильных врагов есть один слабенький, то ты уже теряешь инициативу. Так, ну что, Закари, Давид и Исад. Я, наверное, возьму Исада. Исада так звучит, как будто я возьму Исада. Так, возьмем с тобой Зека здесь. Возьмем с тобой Зека. Возьмем Алапекс, Майки, Крип. И, слушай, один Зек здесь не покатит. Мне нужен еще кто-нибудь. Возьму, наверное, здесь Армагона. Возьму Армагона и надеюсь, что вдвоем, в принципе, Армагон и Зек справятся с этой толпучкой. Ну что, пробуем. Бросаем бомбочку от Зека.
Ага, и Армагуша добивает. Мне, кстати, понравилось, как один из подписчиков написал: Зэк бросает волосы. Ну, в принципе, по большому счету, он бросает свой ирокез. Когда может с помощью ирокеза сделать немоту, повесить сайленс. То есть враг не сможет произносить заклинания или использовать свои суператаки. Ну что, у нас 67-й ранг с вами, да? Сможем ли мы сегодня продвинуться в Лигу Сёгунов 3 звезды? Все зависит от нашего везения. Если нам сейчас повезет и очень крупно, то мы сможем с тобой пройти. Если нет, то сфейлимся. Мондагека, Лео и Джастин. И вместе с ними пойдет у меня Арахзар и... Нет, не Крис. Не Крис. Блин, Змейковьюна там не стоит его брать. Пойдет Усаги. Почему я сейчас это делаю? Ну, для того, чтобы как можно ближе придвинуться к 50 уровням. Ну что, Усаги, я думаю, справится с этой поставленной задачей для него. Это как орешки, елки-палки, должны быть для этого малого. Ну что, эти отдупляться, нам только лишь нужно добить Роквелла. Ну, в принципе, и все. Дальше постепенно урон их добьет. Или мы добьем. Или мы добьем. Так, отлично. Ребята, все хорошо. Сейчас посмотрим, куда мы с вами, на какую позицию переместимся. Я думаю, в принципе, должно быть хорошо. Идеально получится все у нас. Так, выжившие 1000 очков. Смотрим. Где-то 45-я будет позиция, наверное, так. 46-я. Ну, чуть-чуть не угадал. Хорошо, давай двигаться тогда дальше. Кто у нас? Инго, Максим и... Абдака. Угу. Ну, я смотрю, что все-таки Инго, он будет послабее, поэтому берем его. Тут 57 уровень, а у нас еще до сих пор... Так, Хана мы пока уберем с тобой. Нам надо взять, наверное, здесь будет Донателло и... Блин, Донателло и кого же еще-то, а? Железную голову. Ну, давай возьмем Железную голову. Видишь, чем меньше у меня становится сильных персонажей, тем сложнее отыгрывать роль. О-о-о, черт тебя подери, что же ты сделал? Тогда давай мы с тобой будем через провокацию работать. Мы сейчас не будем, наверное, попадать, хотя попадаем, умудряемся как-то. Так, ну что он там сделает? Ага. Давай сделаем дополнительную защиту. Этот уходит в тень. Мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы, ребята, у них спала вот эта вот уворотливость. После этого я бы начал применять бы суператаки. Сейчас, мне кажется, ну, это невыгодно нам делать. Видишь, мы мажем. Мы с тобой просто промахиваемся. Давай сделаем отхил. И в то же время я боюсь, что у нас сейчас просто провокация слетит с железноголового, и все. Мы тут с тобой встрянем. Кого нам добить-то? Давай, наверное, сюда бомбанем, попробуем. Ай, промахиваемся. Так, железноголовый пока держит. Держит позиции. Мы мажем с вами. Блин, я не знаю. Ну давай поджог сделаем, что ли. Так, Крис упал. У них до сих пор еще у всех стоит уклонение. А у нас, кстати, закончилась с вами провокация, ребятушки. Кончилась. Твою же налево, а. Сейчас, по-моему, кому-то не поздоровится. Сейчас кому-то, друзья, не поздоровится. Да ты достался своим этим, а. Блин, еще и массовая атака на промахи. Блин, давай хильнемся, наверное. Так, уклонения практически нету, да? Давай бомбить. Ага, остается у нас только Майки, у которого автоматически может сработать уклонение, поэтому он за счет него и выжил. Но бомбочка неплохо его сейчас подкосила. Отлично, меткость мы ему снизили. Давай, добивочный, все, ребят. С горем пополам, но мы с вами выстояли, выдержали и поэтому получаем, ну, нашу награду. Давай-ка посмотрим, на какое место мы приземлимся. 16-е, да? То есть, получается, где-то еще один бой нам нужно выиграть, и все будет у нас хорошо.
Хафид, Тиан и Нонейм. Покупкам, покупкам нам лучше с тобой взять Тиана. Почему? Потому что все одинаково, кроме уровней. Тут еще к тому же и серебряный Леонардо. Хотя здесь два серебряных. Хотя кто-то мне сказал, что серебро или это не имеет значения. Имеет значение только уровень. Не знаю, правда это или нет, но вот так вот писали мне. Ну что, берем змей Ковьюна, берем с вами змею Корей. И, скорее всего, здесь я возьму, наверное, еще и Ванюшу. Я возьму Ванюшу. Вот сейчас чистой воды справедливая будет драка. Преимущества ни у кого нету, ни у меня, ни у него. У него уже преимущество, потому что Майки сделал супер танец. Мы можем только замедлить их. И то не всех. Понизить им защиту. Может быть, кому-то и атаку. Началось. Так, если... Черт подери, что вы делаете, а? Хан у меня уже упал. Морозильную кошку, да, хотят ушатать? Хотят ушатать морозильную кошку. Ну-ка, давай-ка сделаем вот так вот. И вот так. Ну, ребята, чистый фарт, но все равно Хана мне запинали. Причем так быстро. С двух ударов он у нас упал. Я этому не удивляюсь. Я этому не удивлен. У меня почему-то так не получается врага бомбить. С двух ударов. На равных уровнях. Ну что же. Пятая позиция. Мы с вами сегодня в любом случае зайдем в Лигу Сегунов 3 звезды. Это вопрос времени. Так, ну что, возьмем, наверное, с тобой Бету. Будем драться с ним. Сколько у нас еще? Ой, героев еще очень много неотыгранных. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Майки плюс... Бакстер Стокман. Бакстер Стокман, ну вы знаете, чем он хорош. Своими массовыми атаками, причем довольно жгучими. Сейчас главное не растерять всю инициативу. Уклонение мы делаем, ну, чтобы мало ли нам повезет. Враг будет промахиваться. Теперь делаем волну. С волной все очень хорошо получилось. Так. И они, в принципе, все, ребят, они трупики. Они трупики, добиваем Ванюшу. Отлично. Ну, вот здесь вот хорошо сыграно. Но, опять же, здесь сыграл очень большую роль именно Бакстер Стокман. Со своей вот этой вот волной, которая при все при этом повесила постепенный урон. Даже если ты выживаешь, тебя постепенно убивает потом. Тут как безвыходный вариант. Ну, если у тебя, конечно, не пол хп еще в запасе, и то там постепенно снесет половину твоих хпшек, здоровья твоего. Так, ну что, мы с вами в Лиге Сегунов 3 звезды. И у нас остаются заключительные бои. А может быть, даже заключительный бой. Берем с вами Кирби Муху. Кирби Муху. Паукуса возьмем. Возьмем, наверное, все-таки Рафаэля как танка. И... ну, давай возьмем Сплинтера. Фиг с ним, так уж и быть. Тут... наша первая задача, первостепенная задача, как можно быстрее поставить Рафаэля. Да ёпрасоте, блин, в провокацию. Ну вот, считай, минус два хода, ребята, минус два хода. Почему минус? Потому что, ну, они сейчас в уклонении будут, понимаешь? Фиг мы сейчас будем по ним попадать. Даже если Рафаэль у меня встанет в провокацию, они все равно сейчас будут меня бомбить. Нам нужно еще будет обязательно вылечиться. Вот таким вот образом, да? Есть шанс. А, давай-ка еще пробафаемся маленечко с помощью сплинтера. Ну, в принципе, смотри, меткость плюс крит. Меткость плюс крит. И... какая меткость плюс крит, что я говорю? Защита, крит и усиленная атака. В принципе, это неплохой бонус на самом деле. Попробуем сейчас ушатать кого-нибудь. Так, ну я думаю, что можно... о, Донни упал. Вот этот, блин, хиллер этот. Майки хиллер. Так, ну, я думаю, что карайки сейчас кобздарики. Давай попробуем, наверное, с вами бибопчиком ушатать. Не вышло, да, ни шиша. Кирби, ты как, готов? Да, он ватный. Тут даже говорить не о чем. Сейчас пробьем. Ну что ж, бибоп у нас наказан. Попробуем бросить пробирку с заморозкой.
Если бы она еще срабатывала бы. Промахнулись, да? Ну-ка. Заблокировали способности у Лео. Это классно, между прочим. Ох, Рафик, вот это ты бомбишь. Вот это ты крут. Так, добиваем мы с вами Лео и мажем. Сплинтер, ты так тоже мажет. Ну, Кирби, это понятно, это вообще отдельный разговор. Но добили. Ну, что я тебе могу сказать? У нас, по-моему, все. Последний бой остался. Ну, и, конечно, персонажи у нас остались такие, что я даже не знаю, что и сказать тебе. Сфейлиться или просто не играть. Но я все равно добью их. Мне придется взять самую слабую команду, которую мне здесь дадут. А дадут мне вот эту вот. Дериан. Относительно слабая. Че, у меня всего 4 персонажа? Ё-моё. Мы даже не дотягиваем до ихнего уровня. Потому что у них 61 уровень, а мы 60-го. Ну, единственное, что у нас есть Крис Брэдфорд 72-го. Ну, от него, знаешь, толку-то. Как от козла молока. Ладно, поехали. Кто у них тут хиллер? Хиллер у них Бакстер. Вот его-то в первую очередь и сносим. Ай-яй-яй. Если мы еще и снесем его, конечно. Попробуем его ушатать сейчас. Нормуль, нормуль. Так, ну, потери однозначно будут. Причем существенные. Это я тебе точно говорю. Может быть, даже всех. Ну, может быть, Криса не потеряем. А остальных, наверное, растеряем только шорох. Так, плевок. Понизили атаку. Ну, я не вижу смысла здесь брать дополнительную защиту. Ребят, ну, сами понимаете, это бред. Она здесь нас не выручит. Абсолютно никак. Минус Тимми. Так, о, тут, кстати, под вопросом. Выживет ли у нас Крис Брэдфорд? Слушай, большой вопрос вообще, если честно. Очень большой. Его еще и замедлили. Так, минус. Хорошо, давай попробуем все-таки через дополнительную защиту. Так, ну-ка. Донни крепок, я ничего не говорю. Так, этот промахнулся, хорошо, это нам на руку. Вообще никакой урон, ребят, вообще никакой урон у нас не идет. Так, на всех контратака. Эть, прожарка. Блин, вот это он прожарил. Минус Донни. Да ты достал. А, он крит, критический удар, ладно, хорошо. Добили. Этот Донни, что вообще о себе возомнил, я не помню. Двойная атака у него, ладно. А, он еще и под уклонением стоит. Фух, ну я говорю, ребят, тут без потери не обойтись. Было 4 персонажа, 2 персонажа у нас просто ликвидировали. Ну и на этом спасибо. Тем не менее, все-таки отыграли, да, мы эти партии. Какая там, 61-я, да? 61-я, точно. Ну что, теперь остается идти нам на испытание. И будем мы, наверное, с тобой все-таки драться на городская война тени на солнце. Тут, по-моему, у нас не очень сильная команда будет присутствовать, да? Насколько я помню. Вот такими вот ребятульками мы должны с вами тут отыграть. По крайней мере, мне здесь нужно кто? Вы помните, Эйприл Кунаичи мне нужна. Если мы до нее доходим, проходим на 3 звезды, я попробую ее нафармить. Нам нужно всего лишь 4 ДНК для того, чтобы пропать ее по уровню. А Эйприл Кунаичи, вы прекрасно знаете, она очень неплоха. Особенно у нее массовая атака, электрический разряд. Раздает звездюлей только шорох. Ну, естественно, его нужно еще прокачать. Ну, а для начала вообще нужно ее проапать. Так, ну что, первый бой у нас отлично вышел. Ничего не могу сказать. Ну, тут и враг, извини меня, 10 уровня. Это можно на него дунуть, и он улетит. Ну, караечку заработали. И давай теперь пойдем сюда. Тут уже 20 уровень. Но, опять же, большой роли здесь не играет. Ставим с вами на автобой и понеслась. Кто-то говорит, Рей, зачем ты ставишь автобой? Ребята, вот этих вот врагов, да, противников, которые 20 уровня, ну нет смысла мне вот брать и думать, распределять, кто кого ударит. Я ставлю на автобой, потому что автобой с ними просто расправляется на ура. Экономия времени, элементарно. Вот и все.
Это все равно, что я буду брать любого наугад и просто бомбить. То же самое, только мне придется делать какие-то манипуляции, а в тобой без всяких манипуляций. Сразу, напрямую, просто отсекает и все. Ну что же. Это у нас был второй эпизодик, да? Всего лишь второй. Мы переходим на третий. Здесь у нас вот морзинную кошку надо отыграть. И Микеланджело. И вот уже Эйприл Кунаичи. Поехали. Тут тоже 35 уровень. Естественно, ставим на автобой. И без особых проблем все это дело разруливаем. Просто по удару каждому и все. Тут сколько, кстати, 3 волны. Конечно, мне еще хотелось бы спринтера. У нас на спринтера, по-моему, не хватает 5 или 6 ДНК, или 7 ДНК. Точно не помню, но вот спринтера бы я бы прокачал бы. Его вот эта вот способность контратаки, это как у Рафаэля. Только Рафаэль чем хорош, то что он может встать в провокацию, да, его хочешь не хочешь приходится ударить, и он сразу же отвечает контратакой. У спринтера, ну ты понимаешь, если спринтер стоит, например, в сторонке, и кто-то делает массовую атаку, да, есть возможность, что спринтер его просто-напросто накажет. Потому что массовая атака, она идет по всем. Соответственно, и задевает спринтера. И спринтер может просто ушатать его. Вот и все. Плюс не забывайте, что он может повесить на тебя немоту. Ты не сможешь применять свои суперспособности, суператаки. Это тоже большой плюс. И не забывайте, что он еще и баффер. Баффер, он, конечно, рандомный. Он может повесить на каждого все, что ему благоразумится. Это нет такого, что я хочу, например, всю команду пропать на уворот или еще что-нибудь. Нет, он делает то, что ему нужно. То, что, как говорится, выдаст. Так что на это тоже не стоит обращать внимание. Но все равно лучше хоть какой-то баф, чем без него, согласись. Причем массовый. Так, ну что, ребята, тут уже 45 уровня враги. Мы сейчас с вами отыгрываем эту роль и идем за Кунаичи. Так, Майки тут пляски устроил. Но это его не спасло. Это его не спасло, и мы подбили. И еще мне, знаешь, что интересно? Когда мы с тобой проходим смятение из другого измерения, что означает, когда у тебя у всех персонажей внизу вот такие вот сердечки? Что это? Я вот не понимаю, что это означает? Может быть, то, что у них полностью здоровье, поэтому у них все сердечки такие горят. Так, извини меня, у меня там все персонажи сейчас, вот, например, с полными хпшками, но у них же нет сердечек. Так, ладно. А зачем я здесь сам подключился? Я не знаю, ребят, ну просто захотелось поиграть самому. Как говорится, я перешел в ручной режим. Давай вот так вот с тобой сделаем. Хоба. Контратака на всех повесилась. Это большая редкость. Большая редкость, чтобы на всех висела контратака. Чудо просто какое-то. Давай вот так вот сделаем. Не упали. Я думал, упадут. Так, ну тут, ребят, добиваем просто-напросто. Безжалостно, так скажем. А сколько у нас действует контратака от Криса Брэдфорда? 2 уровня? 3? Не 3 уровня, а 3 удара. И как там? 3 хода. 3 хода, да. Ну вот, видишь, вообще просто они поморщились. Разобрались. Значит, мы можем с вами продолжать дальше играть. Так, Эйприл Кунаичи, давай-ка посмотрим. А вот она, да? Вот она. Рискнем? Давай-ка рискнем. Что? Чё? Чё надо сделать? Чё-то я не понял, подожди. Так. Подожди, может быть, нам все-таки отыграть, сколько отыграем, а потом остатки уже мы с тобой сможем, как говорится, ну, спустить на Кунаичи. Давай попытаемся. Так, 60-й уже уровень у нас противников. Ну, сейчас мы с ними здесь в легенькую, надеюсь, в легенькую разберемся. Так, что он там? Контратаку на себя повесил. Надо его пробивать, этого хламона. Ой-ой-ой. Опять же скажу минус этой команды. Опять же минус этой команды. Я больше чем уверен, что многие уже поняли, о чем я хочу сказать. Нету хила. Без хила, как говорится, любая команда может сдуться рано или поздно. И вот здесь вот эта вот проблема у нас. Нету достаточно хорошего хиллера. Так, что мы можем сделать? Ну, можем маузеров выпустить. Я думаю, что этого будет более чем достаточно. Так, переходим с вами на третью волну. Ну, давай, наверное, в рукопашку разберемся с ними. Так, пулемет. Не, давай из гранатомета бомбанем.
Эти как-то не добили. Почему-то не вышло. Ну что, Ханорик, получи. И заключительная волна. Здесь у нас и Рафаэль. Давай волну запустим с тобой. Угу. А дальше... Кого тут наказать-то? Ну давай вон Кейси Джонса. Так. Теперь бомбочку. Да, в принципе, ребята, они сейчас отдуплятся. Постепенный урон уничтожит их просто-напросто. Всех. Ну вот, о чем я тебе и говорил. На 3 звездочки мы прошли. Отлично. Будем пробовать, наверное, с вами следующий уровень. Я знаю, что это есть доля риска. Зато лисичку заработали. А здесь есть шанс получить шинигами. 75 уровень. Для моего Ваньки-стиранка это уже, как бы тебе сказать, большая опасность, угроза, так скажем. Но, тем не менее, будем пытаться. Погнали. Так, с бомбочки начали. Замедлили, но не всех. Этого я охламона попробую убрать. Отлично. Так, все-таки сделал, да, свою пакость. Давай тогда, Крис, влупляй. Добивочный. Стрелозад, успокойся. Ой, парень, тебе не повезло. Раз. Да, Ванюшка, конечно, дрейфанул. У него очень мало здоровья. Поехали делать массовые атаки, пока есть такая возможность. Кто у нас там будет первым ходить сейчас? В принципе, не имеет значения. Давай сюда вот ударим. Короче, кто сейчас попадет под руку, того и будем бомбить. Так, здесь что, пробьем мы его или... Или нам... Давай лучше мы, наверное, сделаем с тобой защиту. Дополнительную. Ага, попался. Тынь-тынь-тынь. Блин, как он достал, а? Ванька, конечно, все, ребят, уже на пределе, так скажем. На пределе. Раз. Два-с. Три-с. И четыре-с. Четвертая волна. О, вот здесь вот Ванюшку-то, скорее всего, и похоронят мне. Так, начнем с Лео. Блин, маузеры пошли. Погнали. Так, минус Лео. Ну, Ваньку потеряли, понятное дело. Его никак не спасти было. Потом Шарахзар почему-то по инициативе проигрывает. Я не знаю почему, но так вот, ребят. Охиляться будет, а? Ты посмотри на него. Промокашка несчастная. Так. Майки надо уничтожать, потому что я не хочу, чтобы он врубал свой танец здесь. Мы по нему бы мазали, а мы будем по нему промахиваться. Что, ускорение решил? Комочек на дорожку бросил. А, дурилка деревянная. Ну что же, пятая волна. Здесь шинигами, кунаичи, в общем, все дела. Поэтому давай мы с тобой попробуем, наверное, вот так вот сделать. Заблокировать. Шикарно. У нее есть один подненький удар, вы знаете, да? Это мыши летучие. Очень жесткий удар. Поэтому как бы нам нужно от нее быстрее избавиться. Так, ракета. Есть. Так, ну, в принципе, с остальным я... Тихо-тихо, вот этот удар тоже противный. Именно у кунаичи. Так, наверное, нам придется бомбить именно по ней. Угу. Минус Рахзар. Это плохо, что минус Рахзар, потому что я хотел, честно говоря, немножко здесь пофармить. Но... А что я пофармлю? У нас все равно Ваньки-стиранка нету, поэтому на 3 звезды не получилось бы пройти. Да-да-да, я только сейчас это понял. А я тут что-то экономлю. Берегу, как, так сказать, силы. Нечего тут уже беречь. Тут надо просто действовать. Все, ребята, прошли. Я не пойду на сплинтера. Надеюсь, вы меня поймете, почему. Потому что, ну, нет смысла туда идти, если мы уже здесь практически потеряли всех. А там еще, не забывай, еще и уровень какой будет. Там 80-й, если я не ошибаюсь. Да, 85-й. То есть, ну, посмотри, куда мне туда лезть? Нет, естественно, не пойду. У нас с вами осталось всего лишь 27 сыра, и поэтому... Так, а здесь... А, здесь, кстати, тоже можно попробовать Эйприл-то вытянуть. Здесь и здесь. Ну что, попробуем, ребят? Ой, подожди, не то делаю. Ну-ка, давай. Ну, естественно, журнальчики. Ну, что тут может еще выпить? Ну, доллары, журнальчики. Вот как вот это меня раздражает? Жетоны. Что? А, все, ребят. Все. Да? 6. 6. И вот здесь разочек еще можно. Да.
Только жетоны. Плохо, очень плохо на самом деле. Я как-то, ну, честно говоря, в глубине души думал, что мы все-таки сегодня сможем что-нибудь на Кунаичи, ну, выбить. А так у нас получается еще 3 ДНК. 3 ДНК не хватает, видишь, да? 77 из 80. Я ее хотел перевести в золотой ранг. Ладно, у нас еще есть время побороться за это дело. Ну, а на этом я буду, пожалуй, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!